ребят, всем привет. Ну, сегодня у нас погрузка в общем щебня в количестве 5700 тонн. Данный лоудер чем примечателен? Он может грузить в час 5000 тонн. Мы сейчас установили 1000 тонн в час минимальную, так как у нас балласты еще откачиваются. Вот. Потом, может быть, увеличим в конце, если надо будет. Вот такая вот у них здесь фабрика по производству камня. Вокруг вид красивый открывается. Там паром местный летит. Красота! Порт называется Jelsa. Тут несколько причалов, вот там, допустим, бревна лежат, тоже привезли откуда-то. Судя по качеству леса, наверное, скорее всего, даже и не из России. Возможно, местный. Здесь они тоже вырубают немножко. Вот, допустим, вот в этот участок видно, что вырублен для каких-то своих целей. Потому что наверняка здесь цена леса вообще просто стоит баснословных денег. Вот что-то погрузка остановилась. Только начали, 10 минут погрузили. Все, застопорилось. В общем, всю сегодня погрузку буду контролировать пошагово. То есть выставил флажки по позициям, по каргоплану все. То есть у нас как бы фишка какая. Мы сейчас две кучи закидаем, 1800 где-то. Потом уже переходим в первый трюм и сюда грузим сразу 1700. Все, и можно закрывать этот трюм. И уже продолжаем три остальные кучи во второй трюм и уже выходим на нужную нам осадку. Все. Ну и по окончании погрузки, соответственно, смотрим, чтобы не перегрузить. Все четко по летнюю марку. Здесь вода соленая, почти 1.024. Так что почти морская марка будет закрыта. Так что как-то так. Все, ребят, спасибо за внимание. Кто дома сидит, скорейшего вам посадки. Ну а нам скорее бы домой уже. Еще 2 месяца и хватит. Все, пока.